Слушайте, синбиряне, большие, малые, молодые, старые, про дела небывалые, про то, как во славном, похвальном граде Симбирске заспорили лет этак 300 назад два игумена о том, какой он рай. Один уверяет, что рай – это понятие мысленное, откроется человеку только в другой жизни. Другой твердит, что правда твоя, но есть и на земле и рай. Только дается он не каждому. Спорили, спорили и порешили найти сметливого человека, снабдить его на дорогу одежей, припасами, дать ему денег полтину, а потом тычок в спину и отправить его искать заповедную страну, где нет зла, а правит добро, где все сыты, довольны, у каждого христианина земли в волю и урожай сам 100, и бояр с приставом нет, да и царя тоже, потому что в раю правят не государевы, а божьи законы. Звали удалого молодца, как водится, Иваном. Очень не хотел Иван шастать по чужим краям. У него свадьба ладилась с одной раскрасавицей, что отпаивала парным молоком телят для архиерейского стола. Но прознали про эту телятницу шпыни, шепнули монастырскому келарю, и запечатал он Матрёну в самую потайную келью до Иванова возвращения. И пошел Иван, первый попавшийся под ноги дорогой через леса дремучие. Не пошло и дня, как ему явился старец и объявил, что не дойдет он до песчаного моря, где остров счастья, коли не будет он знать страноприимцев, которые указывают путь дорогу и оберегают от опасностей. «Беги теперь, Иван, на терек реку. Там казаки живут, с бессерменами сабельками помахивают. Вот тебе два корабельника, за один корабельник даст тебе в атаман доброго коня, за другой всю казацкую справу». И опять побежал Иван. Бежит день, бежит два, степь кончилась, пошли пески зыбучие, жара окаянная, безводья. Но одолел все-таки, вышел к реке. Вода в ней чисто лед, холодная. Достал из-за пазухи сухарь, размочил в воде, съел. Стал оглядываться, осматриваться. Видит, едет берегом реки казак. Папаха на нем белая, чекмень малиновый, сапожки козловые, сабля серебряная, копье ясеневое. Будь здоров, казак, мне бы в атамана увидеть надобно. Я и есть в атаман, и мне ведомо, зачем ты явился. Поедем ко мне в приемный дворец. Долго ли? Коротко. Перебрался Иван через Кавказские горы до библейской реки Ефрат, которая вынесла баркас в песчаное море, а там до острова счастья рукой подать. Только он успел едва глядеться по сторонам, как подбежал к нему местный житель. «Челом, Иван, с успешным прибытием на остров счастья! Почем ты ведаешь, что меня Иваном зовут?» «Невелика загадка», — улыбнулся встречающий. «По твоему обличию сразу видно, что ты русак. Стало быть, Иван. А теперь говори, зачем к нам припожаловал? Насовсем или в гости? Мы в любом разе тебе рады. Давно из русской земли к нам никто не являлся. Хотя нам доподлинно ведомо, что всякий мужик мечтает о счастье и воле. Послали меня православные проверить, есть ли на вашем дивном острове такое, что можно почесть за рай на земле», — сказал Иван. «Поспеши, Иван, старцы уже сошлись и готовы тебя выслушать». На площади подле собора стояли в круговую скамьи, и на них восседали одетые в белые одежды старцы. И один старец за всех ему отвечает. «Скажи, добрый молодец,
высокочтимым отцам Русской Православной Церкви, что ни о мысленном, ни земном рае мы не ведаем. Мы живем по Божьим законам, как их нам Бог на душу положил. И у нас здесь решено, что все люди равны от своего рождения, и поэтому ни царя, ни патриарха, ни бояр ихних, ни другого дьяческого и подьяческого семени не держим. На нашем острове один господин. Равенство во всем. Вот гляди, все жители у нас одинакового роста, примерно равной силы, стати, красоты и приятности. Только одни чернявые, другие белявые. Грамоты мы не знаем, книг не читаем, потому что это зловредное занятие, ведущее к гордыне и умопотрясению. Вместо книг у нас предания об отцах, дедах, прадедах, их славе и разуме. Чудный остров, дарованный нам промыслом Божьим, природу имеет, тоже склонную к равенству. У каждого хозяина всего рождается вровень, пшеницы, огородных плодов. Овцы приносят по два ягненка, кобылы по одному жеребенку, коровы по одному теленку. Потому нет зависти, корысти, гордыни, преступлений, свар, нехороших слов в обращении. Для житья и работы у каждого есть своего в достатке. Поэтому мы не одалживаем друг у друга, не ходим друг к другу в гости, а все праздники встречаем вместе. На одной площади, за общими столами, после того, как помолимся в храме. На праздниках и дома хмельного не употребляем. Но все довольны, хотя и не болеем, но приходит срок, и все умираем. А рая у нас, как видишь, нет. «Слушай, Иван, наш приговор», — промолвил маститый старец, видимо, главный, между прочим. «Передай своим игуменам, что ответа от нас не будет. Они свой спор подчерпнули из книг, а мы люди неграмотные, поэтому спросу с нас нет. Скажи еще, что равенства на Руси быть не может, ибо русские люди изначала не сумели жить мирным общежитием, а поставили над собой царя, бояр, дворян, воевод, дьяков, приставов, старост, которые ими управляют или по праву рождения, или по силе наглости. И Русь с самого начала не освобождается от грехов и неправд, а копит их все больше и больше». Сел утром Иван на корабль и через 2 месяца был в Симбирске. Выслушали игумены Ивана, затопали ногами, забрызгали слюной и приказали отцу-эконому бить батагами Ивана на конюшне. Выдали Ивану 100 батагов и бросили в горячий коровий навоз, чтобы отлежался. Там нашла его телятница Матрёна и уволокла к себе в избёнку, омыла его настоем чистотелой. Через несколько дён ушли они убегом на терек к вольным казакам. На оставшийся корабельный купил Иван коня и всю казацкую справу, построил камышовую хатку и стал казаковать. А Матрёна, что ни год, казаков да казачек ему рожала. Так и живет он на тереке до сих пор. Затяжно бушует ненастье, клубится промозглая мгла, не брежет грядущее счастье во тьме всероссийского зла. Державными светят орлами, летят верстовые столбы,
и рваными свищет ноздрями буран в пугачевской степи. Снег волчьими звездами прыщет, конвойные смотрят во тьму, и едет угрюмый Радищев за каменный пояс в тюрьму. Скрежещут и стонут полозья, бубенчик поддужный звенит. Просторной, безлюдной, морозной Россия навстречу летит, и нету конца ей края. Повсюду кнуты, железа. Радищев молчит и вздыхает, прискорбно сощурив глаза. Повсюду согбенные выи, ужасные яви и сны. Длинна непогода в России, ненастные ночи темны. Топоры по березам туп-туп, что мужики рубите? Сруб-сруб, в дерево звонко стучит топор. Береза сухая, жарче костер, а вокруг посадская шныряет ребятня, а вокруг зеваки позорища ждут. Завтра на рассвете морозного дня здесь колдуна в срубе сожгут. В клете осторожный мечется тень, кандалы железные, звень-звень. Кончилась ночь, утро встает, в красной рубахе палач идет. Сруб на венце понад Волгой готов. Яр воевода ноздрёй сопит, Яков Яров идет без оков, на дыбе изломан, не улетит. Снег под лаптишками, хруп-хруп, Якова Ярова бросили в сруб. Искра упала в сухое сенцо, мать уронила в ладони лицо. Отшумел на Волге ледоход, ребятня кричит, плескаясь в Волжке. На путину собрался народ, бурлаки, отпетые головушки. Тянет влажным холодом с реки, у дорог желтеют одуванчики, и гудят в симбирске кабаки. Люд паят сметливые подрядчики. Их на утро путь дорога ждет. Лямочки с тяжелыми расшивами. Отходную празднует народ, по рукам ударив с водоливами. Путь на Нижний труден и далек. И на переходе между станами ноги им сожжет горючий песок. Выстудит насквозь нутро туманами. Не дождутся многих в деревнях. Эх, судьба бурлацкая, ненастная. На песчаных волжских берегах косточки белеют вплоть до Каспия. Веселится, празднует народ. Началась бурлацкая путина. Завтра будут лямка, боль и пот. А пока гуляй и пей, детина. Пустынна жадовская пустынь, что простояла здесь века, и под ногами хруст
капустные уже морозного снежка. Дымится речка-самородка, рябиновый пылает куст. И вдруг пронзительно и четко всем сердцем ощущаешь Русь. Русь черноризную, что в кельях поклоны била ополбом. Но мы на наших новосельях давно не ведаем о том. Мы стали трезвыми до скуки, во всем преследуя расчет. Вот и родник. Вода на руки мои ознобная течет. Смотри, кайся, весь проржавел. Безверьем, скукой ты устал. О суетной судьбе и славе когда-то призрачно мечтал, но не обрел в душе свободы. Все, что не делал, пыль и хлам. Сюда заехал мимоходом, мотаясь по пустым делам. Вокруг покой, снежинки тихо летят, кружась звезда к звезде. Но не увижу я, как тихон лик Богородицы в воде. Когда-то он, упав на глину, вгляделся пристально в родник, и лишь ему, простолюдину, открылось чудо в вещий миг.